Погрузка фуры идет полным ходом. Гуманитарная помощь с минуты на минуту отправится на Донбасс. Жители Одинцовского округа собрали для нуждающихся вещи, продукты питания, медикаменты. Газовики позаботились о школьниках присоединенных территорий. Рюкзачки мы передадим детям в Донецке, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вот. Мы им помогаем на постоянной основе. Вот Мособлгаз решил подключиться. В рюкзаках находятся нужные канцелярские товары. Это и тетради, и альбомы для рисования. Ну, то есть все для творчества, все для пятерок. Газовиками передано уже более 50 таких комплектов не только на Донбасс. Канцелярскими товарами они обеспечивают и беженцев, которые проживают в нашем округе. Обеспечение гуманитарной помощи, помощью новых территорий – это, в общем-то, системный процесс, работа, которая никогда не прекращалась ни на один день, ни на одну минуту. И сегодня формируется очередной груз, очередная фура уйдет. Центр поддержки семей мобилизованных работает в Одинцово с октября прошлого года. Здесь могут помочь устроить ребенка в детский сад или школу, организовать уход за пожилыми родственниками, найти работу. У нас в центре по воскресеньям проходят уроки рисования для семей военнослужащих. Август был прям очень активный, приходили жены ребят и рисовали с профессиональными художниками и на холстах, и акварельными техники пробовали. Помощь в центре оказывают не только жителям нашего муниципалитета, но и мобилизованным из других округов и регионов. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».